Всем привет, с вами Ольга, и в этом видео, как и обещала, сделаю обзор 18-го каталога Faberlic. Также покажу две новинки, которые у меня есть, но это единственное, что я пока получила и попробовала, и планы на покупки, то есть, ну, наверное, такие самые лучшие акции, на мой взгляд, которыми, по крайней мере, я собираюсь воспользоваться. Хочу обратить внимание вот на такие наборы бижутерии. Я для себя выбрала вот такой вот шафран. Я его показывала в прошлом видео. Просто мне действительно очень понравилось. Это, конечно, не на каждый день, но как раз вот к праздникам, я так думаю, что будет актуально. Так, дальше. На парфюмерную воду мамы идет очень хорошая скидка, 50%. И цена будет 679 рублей всего по каталогу. Я планирую вот это вот как раз к покупке. Следующее, что я планирую к покупке, но не для себя, а для мамы, это в качестве бонуса за покупки будет сатиновая помада. Конечно, в каталоге оттенки отличаются, вот, но так как есть возможность купить пробники или, по крайней мере, просто посмотреть свотчи в интернете, то я думаю, что проблем с выбором не будет. Ссылочку я оставлю или где-нибудь тут на свотчи, может быть, кому-то пригодится, или под видео. Дальше. Бонус за покупки будет тушь для ресниц. Это новинка. Новинка 18-го каталога. И вот это у меня уже есть. Будет стоимость ее всего 149 рублей, если будете брать по каталогу от 299 рублей. И вот так вот она выглядит. То есть у нее просто такая упаковочка. Ну, в принципе, как у всей туши Skyline. Тут ничего особенного. Но тут очень-очень маленькая щеточка. Просто мизерная. Вот, видите? Прям совсем малюсенькая. Я с собой взяла специально вот такую тушь из серии Secret Story. Просто чтобы показать щеточка, как выглядит на ее фоне. Вот, видите? То есть разница действительно есть. Разница большая. Лично мне вот эта вот новая тушь не особо понравилась. Я пока пытаюсь, конечно, к ней приноровиться, пытаюсь привыкнуть. Щеточка маленькая, у нее большие идут вот между силиконовыми этими щетинками большие такие пробелы. Вот. Туда набирается довольно, на мой взгляд, много туши. И когда я крашу ресницы в первый слой, мне этого мало. То есть я не получаю того, что я хочу. Там объема, удлинения и всего остального. Но от первого слоя разделение есть. То есть ресницы становятся темные, разделенные. Но эффекта особо я не наблюдаю. При этом кисточка, вот щеточка действительно маленькая. То есть удобно вот в уголках прокрашивать. Но когда я начинаю красить, наносить второй слой, у меня все склеивается. Возможно, она еще очень жидкая. Я ей пользовалась всего раз, два, три, четыре. Четыре раза. Вот сегодня должен был быть пятый, но у меня к ней, к сожалению, рука не потянулась. Я взяла из серии Secret Story 5598. Спокойно накрасила в два слоя. Сделала эффект, как мне нравится. И, в принципе, успокоилась. Ну, знаете, обычно ее цена будет 299. Да, как бонус, в принципе, попробовать за 149 рублей, то есть плюс еще скидка консультанта, я так думаю, что вполне приемлемо. Следующее, на что буду обращать внимание, советую вам сделать то же самое, это лаки для ногтей. Вот такие лаки из серии «Умный цвет». Стоимость будет всего 125 рублей за один лак. То есть это действительно хорошая цена. Здесь много довольно оттенков, так что выбрать сможет, наверное, каждая. И мне они очень нравятся по качеству. Так, дальше. Ну вот, например, вот это я буду брать. Зубная паста. Если берешь две, то каждая будет стоить 55 рублей. Это для дочки возьму. И вот такие вот хорошие наборчики. Можно как бы в дополнение, наверное, к основному детскому подарку. Может быть, там в садик или, ну, в школу, наверное, уже поздновато, да, ну, наверное, в садик скорее. Вот такой вот крем для лица и бальзам для губ детский. Будет всего стоить 139 рублей. Получается тоже здорово. Так, потом идет тут мужская серия Lancelot. Тоже будет акция при покупке двух средств. Каждый будет стоить, в общем, дешевле, чем обычно.
Так, потом нам опять напоминают про купоны. Мы в прошлом каталоге получали, то есть в 17-м купоны на скидку 50%. И в 18-м нам будут давать вот эти самые купоны. А тратить мы их будем в первом каталоге, то есть уже в 17-м году. Можно будет выбрать скидку на любой продукт, но тут тоже обратите внимание и донесите на своих клиентов, что есть все-таки исключение из правил, и сюда входят, во-первых, будет скидка считаться от черной цены, а не от красной, и распространяться она не будет на нижнее белье, одежду, колготки, изделия из гречневой лузги, аксессуары и товары для дома. Так, потом последняя возможность еще у вас есть купить календарики, как карманные для своих клиентов, так и большие для себя. Отличная будет цена на парфюмерную воду Fierico Sensuel. У меня есть, к сожалению, две в запасе, а иначе я бы обязательно себе взяла по выгодной акции. Еще в новинках появляется вот такой набор для девочек. Входит сюда блеск для губ и вот такие вот заколочки-крабики. Я уже получила, но, честно, не открывала, поэтому даже не могу сориентировать по аромату, но выглядит следующим образом. То есть такой нарядненький и тоже подойдет для подарка. Вообще в этом каталоге очень много разных парфюмерных наборов, а также полноразмерных парфюмерных вод, и все идут с отличной скидкой. Вот, например, моя любимая Фортуната будет в этот раз стоить 699 рублей. Получается тоже хорошая цена. Так, дальше я на парфюмерии больше останавливаться не буду, поскольку, ну, вы сами посмотрите, а я пока не планирую ничего себе покупать. Так. Кто еще не пробовал серию Platinum и кто в прошлом каталоге не воспользовался выгодной акцией, ну там были у нас наборы, то есть 15 мл крем для лица ночной, 15 дневной и для глаз, всего за 999. Вот теперь полноразмерные версии дневного и ночного крема в наборе можно приобрести за 1299 рублей, а обычная цена 899, то есть 900-900 это 1800, а тут все-таки 1300, то есть тоже получается выгодно и сейчас к Новому году на подарки актуально. Еще идет отличная акция, если берете набором вот эти запеченные тени и тушь для ресниц. Главная роль это типа как у нас была BB-тушь, ну в принципе то же самое, только упаковка немного изменилась. По свойствам, по качеству, по нанесению я разницы не вижу. Так вот, если брать это отдельно, тени и тушь, то мы заплатим 1300 рублей. А если мы берем в наборе сразу, то будет нам всего стоить 699. И тени я планирую взять, так вот они самые нежные, самые нижние, оливковая нежность называются, в зеленых тонах хочу. Ну и тушь, тушь никогда лишней не будет. Идет хорошая акция на помаду Secret Story, вот, будет тоже невысокая цена и можно выбрать себе оттенок. Тут тоже оставлю ссылочку на сводчик, потому что видео я делала. Еще вот такая вот акция, я не могу сказать, что она очень уж выгодная, но скидка все равно будет и стоимость будет ниже, чем обычно. А удобно она будет для тех, кто хочет взять сразу два продукта с этого разворота, тогда у него будет ниже цена. Ну вот, например, я хочу взять пудру под заказ клиентки, то есть я за нее заплачу обычно 699, если берешь два продукта, то она будет стоить 599, а себе хочу тональный крем, и он будет мне стоить не 499, вот как обычно, а 399, то есть все-таки 200 рублей получается, что можно сэкономить. Еще появляются новинки в аксессуарах, то есть бьюти-аксессуарах, это косметички различные, вот такой вот бьюти-кейс. В общем, такая вот квадратненькая, плоская и бьюти-кейс. Я себе пока не взяла. У меня вроде есть косметички, мне пока, ну, нету надобности, если честно. Далее идет уход за кожей лица. Разные серии. Ну, вот в данный момент у меня открыта Airstream. И тоже скомпоновано все так, чтобы брать наборами. То есть все равно получится и, ну, может быть, на подарок кому-то, может быть, поделиться там с подругой, напополам как-то взять. И цена будет все равно выгоднее. Например, смотрите, BB-крем, крем для век и дневной крем. Обычно мы за это заплатим 1250 по каталогу. Сейчас же нам этот набор предлагают за 689 рублей. По-моему, тоже здорово. В общем-то, обычно последний каталог года, он все время такой с акциями. То есть из чего выбрать, есть где разгуляться.
Так, сейчас я это пока пролистаю. Вот хорошая акция. У меня на нее уже клиентка, как бы, очередь забила. Смотрите, если берем Гардерику дневной и ночной крем, а также крем для век, то набор будет стоить всего 1079, а обычно он стоит около 2. Поэтому тоже получается здорово. Это я вам сейчас показала для сухой кожи. И вот такой вот есть вариант для обычной, ну как бы там для нормальной кожи. Вот, цена будет тоже невысокая, ну относительно. Дальше, сейчас самое время, пока нету яркого солнышка, можно нам делать химический пилинг. И сейчас вот хорошая как раз скидка. Если мы берем 2 продукта, то мы на каждый получаем скидку 40%. А если мы берем 3 продукта, ну то есть получается полностью систему по уходу за лицом, то у нас будет скидка 50% на все. Хорошая цена на бальзам-филлер для губ. Это просто такой прозрачный бальзамчик, который разглаживает хорошо складочки на губах. И губы выглядят визуально более такими объемными и более пухлыми. Мне он у меня, наверное, знаете, в фаворитах, и я им пользуюсь. Пользуюсь очень часто. Дальше планирую к покупке и пополнению запасов, пока хорошая цена, вот такое вот средство для интимной гигиены. Будет его стоимость 199 рублей, содержит молочную кислоту, очень нежная, деликатная. И у него такая плоская, удобная бутылочка. Средств для лица, обратите внимание на наборы серии Этноботаника. Тут стоимость совсем получается бюджетная. Это у нас набор 40+, потом есть за 229 набор 50+. То есть тут идет дневной крем, ночной крем и, например, очищающее молочко. А 40+, мягкий мусс для умывания, дневной крем и ночной. И также еще серия Вербена. Здесь крем дневной, для век и ночной. И цена будет всего 279 рублей. Получается тоже выгодно. Планирую к покупке вот такие перчатки. Перчатки-пакеты. Тут одна пара, стоимость будет 99 рублей. И это тоже очень выгодная цена. Мне перчаточки эти понравились. По уходу за ногами, вот жалко, на носочки нету такой акции, я бы взяла себе много, я их очень люблю, вот эти носочки. Вот, но пока у меня еще есть 2 пары, поэтому брать не буду, а вот ванночку для ног обязательно прикуплю по 99 рублей. Ну, просто нельзя не взять. Так, вот еще хотела обратить ваше внимание и свое. Буду обязательно пользоваться и даже не знаю в каком количестве. Бонус за покупки. Любой оттенок краски краса за 129 рублей, если вы покупаете по каталогу на 299. То есть я возьму и себе, и маме. Она не пропадет, ничего с ней не будет. Про запас. Пусть она лежит. По 129 рублей ее предлагают очень-очень редко. По уходу за волосами хорошие идут акции в серии «Эксперт», но в данный момент мне ничего пока не надо. Поэтому не беру и внимание не заостряю. Акция на ароматические добавки. Я себе покупала. У меня их 2. Это фенхель и лимон. То есть аромат фенхеля и аромат лимона. Мне нравится добавлять лимон к рыбе, а фенхель обычно в салаты. Ну, то есть зеленый салат, там где огурцы, помидоры, может быть, тот же салат. Ну, листовой я имею в виду, или китайская капуста. И вот если добавлять эти ароматы, то получается, как бы, знаете, ну как новая жизнь такого привычного каждодневного блюда, которым, ну, уже никого не удивишь. В этом каталоге будет стоимость снижена на 60%, и цена будет, ну, 199 рублей вместо 500. Поэтому я так думаю, что возьму себе еще другие, попробую. Может быть, вот нам тут рекомендуют апельсиновый, например, аромат к выпечке. То есть, может быть, какой-нибудь тортик или пирог, и туда добавить, будет вкусно. Так что будем пробовать. Дальше переходим к косметике для дома. Будет отличная цена, 79 рублей всего, на мыло для кухни, которое устраняет запахи. Но у меня запасы есть, поэтому пока пользоваться не буду. Средство для чистки духовок будет стоить 139 рублей. Вот это я, пожалуй, возьму. У меня одно в запасе осталось, поэтому надо уже пополнять. Также для ванной комнаты и для туалета будет по 139 рублей.
Это все полноразмерные большие полулитровые бутылки, все концентрированное, хватает действительно, ну, не могу сказать, что прям вот вообще там на полгода хватает, но дольше, чем то, что вот мы баллонами вот этими вот таскаем из магазина, то, что немыслимо просто весит. Поэтому я, конечно, отдаю предпочтение именно концентрированным средством, они легче, и компактнее, и удобно пользоваться. Потом всегда беру салфетки вот такие, по 99 рублей, обязательно возьму пару упаковочек для кожаных изделий и, наверное, штук 6 вот таких вот обычных зелененьких влажных антибактериальных салфеток. Я ими пыль вытираю, ну, короче, они у меня всегда, всегда под рукой. Также идут сниженные цены в этом каталоге на средства для стирки. Порошок будет концентрированный, стоит 329 рублей, но у меня его такие горы, что брать не буду. А вот гели вот такие для стирки, то есть, ну, как они идут, концентрированный жидкий стиральный порошок, вот так вот называется. Будет все три вида по сниженной цене, видите, то есть и для белых тканей, и для темных, и для цветного белья. Стоимость будет 299 рублей, буду брать. Вот, единственное, по полной цене тут для деликатных, так что обращайте внимание, смотрите, не перепутайте. Я все время беру честно по акции, то есть когда по 500 рублей я не беру, я жду супер цену и тогда беру. И с кондиционерами такая же история, будет снижена цена и будут стоить они 149 рублей любой из пяти. Скидки идут на все пятновыводители, то есть это и жидкий, и рассыпчатый, и карандаш, и салфетки для удаления пятен. Ну, после новогодних праздников и банкетов и всего остального, как бы для скатерти, я думаю, что это будет актуально. Все спреи на водной основе, все, которые представлены в этот раз в каталоге, то есть все, которые есть в ассортименте, будут стоить 119 рублей. Тоже возьму себе несколько штучек, пополню свои запасы. Так, дальше тут у нас идет белье, одежда. Вот, обращу внимание на новинку. Это вот такие тапочки. Я уже заказала, как только получу, так покажу, расскажу. В конце, в самом каталоге, представлена линейка Beauty Cafe. Здесь идут разные акции. Есть такие, что, например, берешь два товара, и тогда будет снижена цена на каждый из них. Или же есть уже готовые наборы. Предположим, жидкое мыло для рук и питательный крем за 149 рублей. Вот, в общем, здесь надо самим вам посмотреть, выбрать, определиться с ароматом. Но, знаете, как показывает практика, вот практически всем нравится эта серия. И для подарка вот эти вот наборчики – это идеальный вариант, потому что ароматы действительно классные. И оформление, и аромат. Для новичков в этот раз в подарок идет тушь и помада из серии Secret Story. Так что, если вы еще не присоединились к компании, то регистрируйтесь, переходите по ссылочке под видео, оформляйте свой первый заказ с 12 декабря по 1 января. И начиная со 2 января, когда вы будете оформлять второй заказ, вам в подарок включат вот эти вот две позиции. То есть это объемная тушь для ресниц и помада. Оттеночек вам будет предложен, то есть выберите из списка, который вам подходит. Получите вы это всего за рубль, хотя обычная цена набора 608 рублей. И это все, что я хотела вам сегодня рассказать по 18 каталогу. Спасибо за внимание. Надеюсь, что видео было полезно. До новых встреч. Всем пока.